Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эцио. Могу я испытать их? Да, но... Давай, скажи ему! Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего, времени у меня достаточно. Салва, мессере. Мы хотим починить эти орудия, и нам нужна ваша помощь. Оставь меня в покое. До полудня я ничего чинить не буду. А вы знаете, который сейчас час? Я делаю пушки, а не часы. Ну, раз вы заняты, их починит кто-нибудь другой. Уне моменто. Я никому не позволю трогать мои пушки. У солдат нет никакого уважения к артиллерии. Им кажется, что пушки волшебные, что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Представьте себе, пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы! Из-за вас нас всех могли убить! Дайте взглянуть. Его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. Наведи орудие, чтобы проверить прицел. Прицел в порядке. Значит, проблема в том, кто стреляет. Еще. Кто-то из вас умеет стрелять. Теперь займемся второй. Мне пора. Спасибо за помощь. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Все равно это вам не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку.